Более 3000 детей, которые пострадали при паводке в Иркутской области, пойдут отдыхать в санаторно-оздоровительные комплексы и лагеря Подмосковья, Ставропольского края, Самарской области, а также Крыма. Организация отдыха для детей идет по поручению президента России Владимира Путина. Предусмотрено более 3000 путевок на основании заявлений от родителей. Большая часть из них распределяется между детьми из города Тулун, Тайшетского и Нижнеудинского районов. Напомним, в конце июня зона подтопления охватила более сотни населенных пунктов Иркутской области. Пострадало более 10 тысяч жилых домов, почти 500 человек попали в больницы, погибло 25, без вести пропавших 11.